Приветствую вас, мои дорогие зрители! Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня у нас будет обзор первого заказа в этом новом чудесном году 2019. Каталог очень классный. Первый заказ на 151 балл. И в основном все пока что для себя. Сразу покажу, что есть. Буду доставать все подряд, потому что целых две коробки. Пакетик в подарок пришел от Wellness. С последней странички заказала сразу несколько шампуней, яблоко и бамбук, потому что очень люблю этот шампунь, и всего по 99 рублей. Шикарная цена за такой хороший продукт. Так, еще где-то видео. Не знаю точно, сколько их будет в заказе, вот пока три нашла. Далее у нас здесь зубная щетка, это для себя. Я вот честно люблю вот это больше всего, она средней жесткости. Мне нравится цвет ее, мне нравится качество. Я давно ее не выписывала, очень соскучилась. Взяла себе новую щеточку. Здесь у меня масло для массажа, мое любимое Love Potion. Оно и по аромату самое классное для меня. Я люблю такие сладенькие, приятные ароматы. И по качеству. Вот, девочки, вы можете с ним делать массаж. Вы можете его использовать просто как увлажняющее средство после душа. Оно прекрасно впитывается, не оставляет никаких следов. И просто кайфовая, классная, гладкая кожа после него. Вот сюда его ставим. А взяла с 50% скидкой экологен дневной крем Light. Честно говоря, уже два дня без крема. Так по нему соскучилась. Вот этот вот легкий дневной. Я его люблю в первую очередь из-за того, что он с дозатором. То есть вот так вот нажимаешь 1-2 раза и выдавливается необходимое количество крема. И я очень люблю, что это все герметично и классно, удобно возить даже с собой и всегда браться куда-то. Так, не буду выбирать коробочку, все равно сейчас сразу начну пользоваться уже сегодня. Так, для дочки заказала крем с абрикосом. Его нет в каталоге, он у нас идет на... Когда вы делаете заказ, то там представлены продукты со скидкой. Я его взяла, он недорого стоит, около 100 с чем-то рублей, но вот ей он очень нравится. Она прям попросила, чтобы ей такой брать. Так, здесь у нас... Честно говоря, я затрудняюсь вспомнить, что именно идет из набора. Сейчас попробуем с вами вместе собрать эту коллекцию. Вообще не помню. 8 продуктов. То есть, если вы участвовали в акции, нужно было сделать 50 баллов в каталоге номер 16, 50 баллов в каталоге номер 17. И набор из 8 продуктов приходит за 199 рублей. Я считаю, что это вообще фантастическое предложение. Только я не помню, что входит в этот набор. Наверное, нет, помады точно нет. Крем для рук. Это уже сколько продуктов? 2, 4, 5, 6 и что-то еще. Ну, я думаю, мы с вами это встретим по дороге. Я вспомню, что именно... из набора, а то, что у меня было под заказ. Так, пакетик откладываю сразу. Взяла себе две маски, восстанавливающие для волос. Это моя любимая маска, серия Hair X. Классная масочка и удобная форма баночки, надолго хватает. И волосы действительно после нее прям классные. Кстати, хочу поделиться. После того, как я сделала подряд 3 смывки черного цвета, а этого вообще в принципе делать нельзя, то есть надо большой перерыв делать, я делаю очень часто, у меня, конечно, волосы прям совсем стали другие по сравнению с тем, какие они были, у меня такие упругие, толстенькие. И за 2 недели пользования нашим маслом, масками, масло это с органой и розой, нашими масками, бальзамами, мне очень нравится CC-крем, у меня волосы просто нереально восстановились. То есть они сейчас у меня практически стали такие же, как и были до этой смывки. Я в восторге. Честно говоря, даже очень переживала, что будет с волосами. Но тут все вроде бы хорошо. Ёлку уже пора выкидывать. Так, это я заказала для себя из вкладыша тоник-активатор роста волос. Хочу сразу сказать, эффект от него есть. Я его уже на себе ощущала. И у меня подруга брала его много раз. У нее была проблема прям облысения волос. И ее это средство спасло. Девочки, мальчики, кто будет смотреть видео. Естественно, результат будет только при условии, если пользоваться регулярно. В чем его плюс? Его не нужно смывать. То есть можно пользоваться каждый день, хотя бы на ночь делать.
Его не надо смывать. То есть, если вы не моете голову часто, вам не надо будет с утра бежать быстрее мыть голову. То есть он такой незаметный, классный, его наносит на кожу головы, легкий массаж делается и остается. Это вот такой классный тоник. Хочу его тоже добавить себе в уход. Заказала в запас еще вот такие тени из серии The One. Я их использую как отдельные тени. Это матовые, стойкие, самый светлый оттенок. И также я их использую как базу под макияж. Вот у меня сейчас макияж сделан именно с этими тенями. Они лежат внизу, лежат как база. Очень хороший продукт. Надеюсь, его никогда не снимут с производства. Так, взяла новинку. Крем для рук с арникой, по-моему. Давайте посмотрим, чтобы быть точными. Потому что это важно. Мне очень понравилось, как он оформлен. Такой красивый, яркий крем. Да, с арникой. С маслом арники, освежающим ароматом трав. Увлажняющая формула с глицерином. И я его сейчас сразу попробую. О, как круто закрыт. 75 мл в нем. Наношу немножечко, потому что, может быть, еще что-то будем пробовать, чтобы у меня осталось место. Закрываю. Смотрите, какой красивый флакончик. Весь такой позитивный, с желтой крышечкой, желтые цветочки. Это мне нравится. И вот так вот аккуратненько. Ну, неплохой запах. Я просто не люблю, когда резкие какие-нибудь жесткие запахи такие. Ну, неплохой, прям такой нежненький. Аромат трав и такой, знаете, с какой-то кислинкой. Не знаю, мне очень нравится. Хороший. Хорошо впитался, нету вот этой вот липкости. То есть кожа прям гладкая-гладкая. Очень хороший кремик. Прям супер. И цена у него хорошая в этом каталоге. Взяла зубную пасту. Это отбеливающая. Такие в этом каталоге цены на пасты, что грех их не набрать. Два мыла. Это новинка. Новинка у нас в каталоге, сейчас скажу, как называется. Тут две новинки. Это джунгли Коста-Рики в зеленом таком обрамлении. Сейчас тоже один раз закроем. Ой, зеленое такое мыло классное. Смотрите, какой цвет. Хорошо пахнет. Мне, кстати, синий не понравился. Мне кажется, я его даже не стала заказывать. Потому что в каталоге можно потереть картинку, и мне синий как-то не зашел. А вот зелененький прям очень вкусненький. Будем пользоваться. Я люблю сразу новое все открывать и сразу использовать. Так, здесь у меня тушь. Тушь для бровей. Не просто так. Я сейчас сменила цвет волос, и та тушь, которую я брала до этого, самую темную, она мне теперь совсем не подходит. Я ее буду использовать на мастер-классах. А себе я взяла вот эту светленькую. И теперь будут у меня бровки еще красивее. Потому что, когда меняется цвет волос, соответственно, брови тоже должны измениться. По-другому быть не может. Так, сейчас будем красиво расставлять. Так, здесь единственное, что у меня под заказ, это две помады из вкладыша. Это серия The One, которая у нас ушла уже, эта коллекция, она изменилась. Вот она во вкладыше в каталоге. И это оттенок 306-76, теплый бежевый для моей клиентки. Она больше всего любит эту помаду. Не буду открывать ее, чтобы не травмировать упаковочку, чтобы она осталась целостной. Просто хочу сказать, что эта помада действительно очень хорошая. Мне с резерва пришли с миндалем смягчающие средства. И я этому очень рада, потому что я их люблю, у нас хороший расход, и я их люблю дарить. Потому что, мне кажется, это такой классный подарочек, когда такую маленькую коробочку отдаешь. Внутри маленькая баночка. Сейчас открою, себе возьму сразу, одно еще не открывала. Такая красивая баночка, она прям такая ути-путенькая. Хорошенько. И внутри миндаль. А я миндаль очень люблю. Я его и кушать люблю, и люблю, когда в средствах используется миндаль. И он очень хороший. Смягчающее средство используем везде. Все, что нужно смягчить. Можно на коже вокруг глаз. На крылья носа, если они после насморка, бывает, так затираются. Губы, кутикулы, локти. Вот самое классное решение проблемы, у кого локти такие грубые. Это смягчающее средство. Колени, пяточки, все, что сохнет. Если у детей болячки какие-то, тоже легко отойдут благодаря этому смягчающему средству. Вот это я себе сразу открою. Баночка, конечно, шикарная, такая перламутровая. Класс. Так, что в этой коробочке еще? Ну, конечно же, скраб для ног. Я не могла его не взять. Скраб я, надеюсь, взяла.
А, нет, это ночной увлажняющий крем для ног. Не знаю, почему я его взяла. Честно, вообще планировала скраб взять. Ну, крема много тоже не бывает. А, хороший крем у меня, кстати, такой из этой серии. Нет, у меня скраб из этой серии. Мне нравится ароматика такая. Ну, авокадо. Понятно, что он дает такой зелененький аромат. Он не приторный, никакой не сладкий. Просто хороший нейтральный аромат. И хорошо увлажняет. Все наши кремики хорошо увлажняют ножки. Конечно же, здесь у меня в заказе праймер. Это в запас. Потому что мне больше всего нравится этот праймер. Для лица я его всем рекламирую. Не устаю это делать. Потому что этот тюбик, он прям волшебник. Используется это средство под тон. То есть на очищенную, подготовленную кожу. Наносите капельку праймера. Можно пальчиками, можно кисточкой. Как вам удобно. Везде, особенно в этих зонах, где у нас самые такие открытые яркие поры, особенно у кого жирная кожа, вообще классно, то есть сразу лицу такая матовость придается. Очень хорошо по нему ложится тональная основа, и что мне очень нравится, более стойкий макияж, то есть макияж лучше держится, поэтому я всегда беру и нужно, чтобы был заказ, тем более с такой скидкой. В этом каталоге просто феноменальная распродажа на все корректирующие тональные средства, поэтому нужно делать небольшие такие запасики. О, мне в подарок пришли пробники. В каталоге идет акция, если заказ более 4000, то новинки водичек. Сейчас посмотрим, какая это вода, туалетная, парфюмированная будет. Где мы сначала? Всех начала. Не пропустила. Так, это будет туалетная вода, называется Born to Fly for Her. Это женский, ну и мужской, соответственно, хим заканчивается. Я хочу попробовать женский. Как раз я сегодня парфюмом не пользовалась. И каждый раз, когда выходит новый аромат, я говорю, все, больше я брать не буду, даже не соблазняйте меня. Но потом как-то так получается, что я его выписываю. Сейчас попробуем. Он сладкий. А у него восточный, ванильный, фруктовый. У него и должны быть сладкие нотки. Но он вкусный. Кто любит сладенькие ароматы, фруктовые, он для вас. Очень приятный. Давайте и мужской сразу попробуем на другой руке. Так как она у меня не занята другим ароматом. Сделаем дегустацию. Мы списали отзывы, девочки, что аромат мужской понравился даже больше, чем женский. Ну, правда, классный аромат. Я всегда думаю, взяла бы я такой Миша или нет. То есть для меня это критерий такой, нравится мне или не нравится. Ну, не знаю. Я как-то не поняла его еще. Он неплохой, но я его еще не раскусила. Надеюсь, вы тоже получите пробники. А вот женский мне очень понравился. Обалденный. Вот я не знаю даже, удержусь я от этого соблазна или нет. Или опять наберу себе аромат. Так, что еще в этой коробочке? Тоже с распродажи взяла свой любимый оттенок лака. Его код 32733. Не помню, как называется, но это один из таких фиолетовых темных оттенков. Как он красиво на ногтях лежит. Это вот ни с чем не сравнится. Хоть на ногах, хоть на руках. У него такой прям темный, классный цвет. И всегда, когда я им пользуюсь, все абсолютно думают, что я сделала покрытие гель-лаком. Вообще, в принципе, серия Zivan тем и отличается, то, что выглядит на ногтях. Вот, кстати, здесь у меня тоже маникюр с этими лаками. Как будто это гель-лак. И он, кстати, и сохнет быстро, и держится очень хорошо. Еще один крем тоже взяла в подарок, тоже уже у меня такой брали, очень понравился, я его сказала в подарок. Это витаминная серия, это тоже недорогой крем, но очень хороший, особенно для зимы. То есть витаминки кожи получит, мягенько будет, нежненько. И мой любимый кусочек мыла. Открывать не буду, потому что недавно только открывала. Это яблоко и корица. Мне нравится, это мыло просто обалденное. Просто у него...
и дизайн красивый, и по качеству оно классное, пахнет просто бесподобно, его можно использовать как освежитель воздуха. Просто поставить в комнате или в ванной, в туалете, можно разложить эти кусочки, и они долгое время отдают вкусный классный аромат, а потом можно их использовать уже по назначению, как мыло. И здесь у меня полная коробка осталась каталогов. Я их все не буду извлекать. Новый каталог. Один возьму. Очень красивая обложка. Это у нас уже будет каталог, получается. Он начнется с 28 января и закончится 16 февраля. То есть здесь, ко дню влюбленных, нас ждут сюрпризы. Последнюю страничку тоже покажу. Все, первую коробочку мы с вами полностью все посмотрели. Посмотрим, что во второй части. А, конечно, я знаю, что во второй части интимные гели. Здесь их должно быть 5 штук. Или 4. Я взяла с ромашкой. Мне больше нравится с ромашкой, чем с алоэ. Сейчас мы их сюда будем все складывать. Еще один. И еще один. Вот такие вот классные запасы гелей. Тут 2 под заказ. 2 мне. Но я еще обязательно возьму гели, потому что гелей много не бывает. Еще зубные пасты. Конечно же, моя любимая паста здесь. Больше всего это травяной комплекс и защитная. Мне вот они больше всего нравятся. Получается, в этом заказе 5 паст зубных. Так, сейчас мы их все расставим. Это молочко для тела. Кстати, молочко, по-моему, у меня под заказ. Да, забыла совершенно. Это молочко с ароматом миндаля. Приятная очень, 400 миллилитров. Я, в принципе, эту серию очень люблю. Мне нравится она уже только из-за одного дизайна. Я люблю такие светлые, чистые формы, красивые. И очень качественный продукт. Очень хороший. Мне все нравится из этой серии, поэтому никаких увлечений. Гель для душа, наконец, к мылу дошел. Из другой коробочки. Тоже для себя взяла, потому что я люблю, когда гелей много, чтобы все время было что-то. Вот по ощущениям. Иногда хочется сладенького, иногда хочется чего-то такого расслабляющего, стимулирующего. И вот этот гель, мне кажется, он будет именно из такой серии. Сейчас мы его откроем даже вот так вот. Да, он такой освежающий, его хорошо вот утром, днем. А на ночь я люблю какие-нибудь сладенькие или с лавандой, чтобы такое прям все было успокаивающее, релаксирующее. В заказе у меня 2 сыворотки. Это для себя. Потрясающий продукт, восстанавливающая сыворотка для поврежденных волос. Сейчас покажу, как выглядит. Я ее использую прям, ну не знаю, не тоннами, конечно, но я ее очень люблю. Такой вот флакон с дозатором, то что очень классно. То есть вы берете капельки. Сколько надо капелек? Там здесь что, поворачивать нужно? Да, повернули. Пустая трубочка. Оп, взяли. Посмотрите, сыворотка, она такая прям густенькая, видите? То есть она не течет, она не как вода. Я ее на пальчиках вот так прям смешиваю и на кончике наношу. То есть она впитывается, мы ее не трем, а именно вот так вот наносим, распределяем так волосики между ними, чтобы везде попало. И она очень хорошо напитывает волосы. Вот у меня после окрашивания такие сухие они стали, какие-то легкие, какие-то тоненькие. И после использования всех наших средств волосы просто опять меня радуют. Прям классно. И сыворотка очень хороша. Если вы хотите отрастить, например, длинные волосы, то она помогает вот эту вот сухость убрать и как будто бы склеивает вот эти вот язычки, когда бывает волосы секутся, и у них, как у змеи, такие язычки получаются. Она их склеивает, сыворотка, волосы дальше не разлазятся, не обламываются. За счет этого не нужно так часто ходить в парикмахерскую, чтобы все это состригать, и волосы начинают расти, расти более интенсивно и быстро. Вот одну сразу себе открываю, вторая тоже себе еще возьму. Кстати, делала второй заказ, ее уже не было на складе, но ее, кажется, зарезервировали. Я не удивляюсь, потому что такая классная цена на сыворотку, она действительно очень дорогая. И в салонах она стоит очень дорого, да, например, в тех же профессиональных салонах. Я смотрела, там такие цены на эти сыворотки, на масла, просто космос. Что еще у меня? Это в подарок моей любимой женщине, дочке.
У нас кот постоянно ворует эти спонжи. Посмотрите, как он красиво они приходят в пакете. Эти спонжи вы можете найти во вкладыше в серединке каталога. Они как блендеры для нанесения тонального средства. А кот у нас их просто обожает. Он их находит везде, где бы она их ни спрятала. Он открывает ящики, взламывает коробки. Почему он их так любит, я могу понять, потому что они такие приятные на ощупь. Вот в наборе идут вот такие вот губы и помада. Губы. Такие пухлые. Мне пошли губы, интересно. Такая вот помада. Посмотрите, оно такое плотненькое, то есть так я сжимаю, то есть очень крутой материал. Отдельно можно использовать как блендер помаду. Можно разделить губки, то есть у них тут есть, ну, как бы они легко разъединяются, как бы они сделаны так красиво. Вы их потом разъединяете, используете их тоже для нанесения тональной основы. То есть у вас получается в одном наборе три спонжа сразу. И очень хорошая тоже цена, по-моему, по 99 рублей в каталоге, со скидкой выйдет еще дешевле. Сюда губки поставлю. Очень красиво. Так, еще один продукт все-таки решила взять. Не знаю, я так не хотела его сначала брать, потому что у меня столько много всего, уже даже некуда класть. Но я надеюсь, скоро мы переедем. Места будет намного больше, ну, как минимум в 3 раза. И я все-таки взяла эту штучку, потому что заметила, что все-таки не справляюсь до конца, не могу очистить полностью расческу. То есть это вот этот скребочек маленький, такой жесткий, для того, чтобы почистить расчесочки. Я почищу, попробую, вам потом напишу свой отзыв или видео, может, даже снимем, если получится. То есть как почистить расчесочку прям до конца, досконально, чтобы в массажке не оставались нежелательные волоски. Вот попробую такую штуку. И в завершении в этой коробке осталось 2 продукта. Это омега в капсулах. 60 штук в каждом флаконе. Они идут по акции. То есть если на 500 рублей мы делали в прошлом каталоге, на 500 в этом, то капсулы мы берем с 50% скидкой. Это очень выгодно. У меня еще в следующем заказе 3 баночки. Это я взяла для себя, для своих близких. Хотя я больше люблю целый набор Wellness Pack, потому что в нем уже входит и омега, и астаксантин, и витаминки. Но иногда хочется больше омеги. Но я ее очень люблю и прям иногда чувствую, что мне прям не хватает, что мне нужно напитать организм и тело омегой. Она очень полезна. И, к сожалению, мы не можем получить ее в достаточном количестве из продуктов питания. К сожалению. Поэтому, девочки, мальчики, даем себе для организма хорошую поддержку в виде вот таких капсул. Все, коробочка пустая, абсолютно ничего в ней нет. Вот такой классный заказ. Ничего такого экстравагантного, как обычно я люблю там бижутерию, сумки. В этот раз ничего нет. А вот единственный аксессуар, который все-таки подумал, что он все-таки нужен, и не такой уж он большой, чтобы его растеряться. Кстати, можно классно чесать спинку везде, он классно чешет. Спасибо вам за внимание, желаю вам классных покупок. Если у вас есть какие-то вопросы по продукции, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я всегда отвечаю на комментарии, мне нравится с вами общаться. Ставьте видео лайк, если понравилось, конечно. И подписывайтесь на канал. Если хотите первыми получать оповещения о наших видео, то внизу можно нажать на колокольчик, и вам будет приходить оповещение, что видео появилось на канале. А если вы еще не владеете скидкой 20% на весь ассортимент продукции, напишите мне, я вам помогу оформить дисконт. И вы будете в моей команде. Теперь точно все. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro. Стоп. Видео.